Всем привет! Сегодня 4 декабря. Хочу сделать небольшой обзорчик, что куплено в ноябре. Семена, значит, и как это выглядит на сегодняшний день. Значит, насмотрелась про Adenium. Очень мне понравилось. Заказала семянки на сайте Adenium дома. Снимала обзор, снимала посадку, но произошли технические какие-то неполадки, и видео затерялось, стерлось, удалилось. В общем, непонятное произошло. Вот этой рассадке сейчас уже месяц. Заказала 10 видов. Невозможно остановиться в выборе, когда посмотрела сайт, сколько там предложено, представлено сортов. 10 заказала, и значит 2 мне пришло в подарок. Все пронумеровано, все подписано. Попробую вырастить. Удивительный цветок. Красота. Просто невозможно не влюбиться. Так, дальше. Сеяла устому, показывала 9 ноября. Вот как выглядят всходы. Без малого им уже месяц. Через 5 дней им будет месяц. Ну, взошли практически все семянки. Растем. Вчера смотрела видео одной и той же любительницы цветочков. Показывала она свои устомки. Потрясающие у нее устомы. В 1,5 месяца это такое у нее шикарное растение с 4 настоящими листьями. Не помню, как называется ее канал. Но просто это что-то шикарное. Она рассказывает там, как она подкармливает компотиком, как удобряет. Досветка у нее, значит, идет не досветка, а полностью у нее 24 часа светит, значит, под лампами они находятся. Просто не верится своим глазам, что такое бывает. И устома считается достаточно таким долгодумом. Порой даже может пройти 8 месяцев от всходов до цветения. А у нее уже такое получается растение. Смотришь на него и думаешь, что вот-вот зацветет. Невероятный результат. Так, дальше. Это бальзамин. Вот такие бальзаминчики. Смесь. Были посеяны, значит, 29 ноября. Очень быстро взошли, дружно. Так, дальше. Тунбергия идет. Вот так вот она выглядит. Хоть под лампами находится, но немножко подтягивается. В том году я первый раз пробовала выращивать этот цветок. Его можно выращивать как комнатное растение, так и, когда минует угроза заморозков, выносить в сад. Получается лианка. Очень красивая, пышно цветущее растение. Мне очень понравилось. И вот сейчас я посадила пораньше. Хочу себе горшочек такой. Домашних цветочков таких. Так, дальше. Здесь у нас тут находится фуксия. К сожалению, пакетик не смогла найти. Куда-то положила, не могу найти. Посеяна позавчера. Предварительно семена были на ночь замочены сыпином. И после днем их высадила. Достаточно туго всхожие семена. Посмотрим, что будет. 3 штучки довольно-таки стоят дорого. В районе 250 рублей. Так,
Здесь, значит, у нас бегошек накупила, насажала. Бегонии клубневые. Тоже 4 гранулки. Пока сидят. Посадила 29-го. Здесь бегония тоже 3 видов. Это белые ампельные. Хип-хоп. И вот такая красавица. Так, здесь у нас колеусы. Очень люблю колеусы. Вот, значит, такой. Такой волшебник смесь. И радуга тоже смесь. Тоже все по 7-29-го. Так, здесь у нас лаванда. Очень люблю лаванду. Посеяна она также 29 числа в качестве комнатного растения. Тоже можно использовать. В том году сажала, очень понравилось. Половину раздала себе, оставила пару кустиков. В огороде растет. Но семена лаванды рекомендуют стратифицировать. В том году я этого не делала. В этом году купила 2 пакетика и на всякий случай решила. Один пакетик положила в холодильник, высажу попозже, а этот пакетик посеяла. Посмотрим. Так, тут у нас пеларгония находится. Вот такой вот смесь разная. И вот так вот она всходит, тоже 29 числа посеяла. Так, здесь пеларгония такая. Очень красивая. 4 семечка всего лишь. Причем вот эти вот, что взошли, очень быстро. Тоже сеяно 29 ноября. Вот эти семянки были, значит, вот в такие золотистые, не знаю, с такой вот золотистой обработкой. И они прям зашли на 3-й день. Очень быстро. А 2 семечка еще сидят, думают. Так, и еще посеяла калибрахуа беленькую. И розовую. Но там пока ничего нету. Она тоже долгодумочка. Все находится у меня под освещением. 12 часов. И вот здесь еще в коробочке. Значит, кальциолярия. Очень красивые башмачки. Похожи на орхидейки. Захотела вырастить такой цветочек. Тоже его используют как домашний горшечный. И можно потом выносить в сад. И мимулюс. Мимулюс пыталась выращивать в том году. Получилось у меня так себе. Выросло пару растений, которые в итоге очень вытянулись. И благополучно на этом все закончилось. Ничего у меня не получилось. В этом году посеяла. Тоже находится на досветке. Семена очень-очень мелкие. Так, значит, кальциолярии было 10 штучек. Вот они. Зашло только 2 штучки. Мелкая-мелкая такая. Тут. Где еще? Так, где-то потерялась. Ага, и вот. Такие манюнички сидят. Ну, посмотрим. А с мимулюсом в этом году вообще ничего. Все глухо. Но пакетик с семянками мне достался какой-то брачный. Побывал он как
какой-то кофемолке. Когда открыла, семянки там, видимо, были в гранулах, но все это было раздроблено. Так я присолила ими по поверхности, всем этим порошком, что там остался. Ну вот в итоге так ничего нету. И купила я еще один. Еще раз попробую. Попытаюсь. И также еще ребенок у меня попросил драцену. Посадили мы с ней драцену. Но там пока смотреть нечего. Довольно-таки крупные семена, которые такие, как перец душистый горошком, такого примерно размера. И здесь вот написано 3 штучки. А по факту оказалось, что 2. Так что, если кто будет смотреть, щупайте руками. Они прощупываются. По незнанию, вот у нас оказалось только 2 штучки. Значит, еще приобрела брукмансию. Уж очень мне понравилось это. Получается, как целое дерево. Вот. Тоже там смотреть нечего, пока сидит. Тоже 3 штучки. И еще дурман. Ох, и нравится мне этот дурман. Но сейчас пока его сажать рано. Будем сеять его весной. Так что на сегодняшний день вот такой вот обзорчик того, что я посеяла. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. До новых встреч!